стадо коров забодало трех детей и женщину в Туймазинском районе Башкирии. Пострадавших доставили в больницу, сообщает БАШ. Неус.как рассказал отец одного ребенка, дети отправились к реке и собирать прутья для веников, когда на них напали животные. По дороге на речку они видели большое стадо коров-лимузинов. По размерам они просто огромные, примерно в 2,5 раза больше, чем стандартная корова. Никто не придал значения стаду, оно находилось на другой стороне поля. А когда они пошли обратно, то стадо, в котором было примерно 200 голов вместе с маленькими телятами, перегородило им путь. Рассказал он. Девочки 6 и 10 лет находятся в удовлетворительном состоянии. 9-летний мальчик пока в реанимации, у него диагностировали ушибы легких, 3 сломанных ребра, сломанную руку в районе плеча и сильную гематому на голове. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся.